каждый раз, уезжая из дому, хоть на денек, и всегда прощаюсь с нашими питомцами, с Лимончиком и Фисташкой. Уезжаем мы в двухдневное путешествие. Привет, друзья! У нас только рассветает. Мы выехали в путь и едем на самую-самую южную точку Америки, не считая Гавайи. Это Key West. Время в пути показывает приблизительно где-то 4 часа. Едем мы на Key West отмечать день рождения супруга. Пару дней назад у него было день рождения, и у нас получилось сейчас поехать. Key West — это остров. Получается, от Key West до Кубы 150 километров, а от Key West до материковой части США где-то 160 километров. И эта дорога в основном проходит через океан, и получится самый длинный мост 11 километров нам придется проехать. Так что нас ждет прекрасное путешествие. Наша первая остановка, и очень-очень ветрено. Вот мы подъехали к такой красоте. Прогуляемся чуть-чуть, и нам еще есть, может быть, полтора часа ехать, может быть, два, не помню. И, кажется, дождик у нас. Сувенирный магазинчик. Такие вот ящики есть, я думаю, что они, наверное, для того, чтобы поймать лобстеров. Тут и написано. По дороге мы заехали в следующее место. Это местный рыночек. Сувенирчики. Хотим выйти на пирс пеликаном, но чтобы туда пройти, надо оплатить, стоим в очереди. Такая огромная рыбина. Okay.
My ball is never the one that's getting the pitch. One bites my leg. Really? Oh, yeah, it didn't knock the Wow. Wow. Oh, 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 oh my goodness. I love that goose. I see. It should be. Мы выехали рано утром, но завтрак мы взяли с собой. И сейчас, проехав несколько километров, несколько часов, мы проголодались и решили позавтракать. Муж приготовил сэндвичи. Такие. С чем они у нас? С грудкой индейки. Мы их поделили пополам, чтобы было удобно нам кушать. Потом у нас есть чай. Где наш чай? Так, здесь у нас огурчики. Пока едешь на QS, по дороге есть очень много мест, где можно остановиться. И следующая наша остановка – это такой вот мостик для пешеходов. Здесь много людей останавливается, ловят рыбу. Мы решили просто прогуляться и полюбоваться такой прекрасной водичкой. Пока мы ехали, сегодня пасмурная погода, но вроде солнышко там выглядывает, может, дождя не будет, хотя на Кивесте показывает дождь, но посмотрим. Нам еще есть ехать, я не знаю, может быть, час-полтора еще в пути мы. По дороге мы снова остановились и приехали в такое место, где дальше начинается мост. И этот мост протяженностью 11 километров. Самый-самый длинный мост. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот длиннющий мост начинается. Очень прикольно сделали, что там едут машины, здесь можно кататься на велосипедах. Вот, кстати, проезжают люди на велосипедах. И можно гулять пешком. И весь этот мост длиною 11 километров, 7 миль. Красота.
можно просто так прогуляться по мосту. Не хочется уходить. А еще нам ехать и ехать. Пора. Пора. Приехав на Key West, у нас еще было время до заселения в отель, и мы решили первым делом посетить оранжерею бабочек. Это парк, окруженный стеклянными стенами, в котором обитает около 60 различных видов живых бабочек со всего мира. Thank you.
наверное, райский сад выглядит таким образом. Много-много бабочек, мелких, красивых, птичек, фламинго. Красота, красота, божественная красота тут. При выходе из парка всем посетителям дарят бабочек. Мы сюда приехали первым делом, потому что у нас поселяться в гостиницу можно в гости 4. Сейчас время где-то 3:30. Поедем, может быть, уже есть свободные номера, и нам дадут номер, где остановиться. А потом пойдем дальше гулять. По плану. По дороге в гостиницу мы решили посетить одно из самых популярных мест среди туристов. Это огромный бетонный буй с информацией о самой южной точке США и расстоянии до Кубы. Желающих сделать фото в этой точке было так много, что очередь оказалась огромной. Мы решили не стоять в очереди и вернуться утром на следующий день, так как у нас было еще достаточно свободного времени. И здесь очень много туристов, и все приходят провожать солнышко. It's like 1% Tesla.
Сегодня утром мы проснулись от кукарекания петушков. Здесь они гуляют по всему городу в свободном доступе. Вот еще один петушок бежит. Утром мы снова отправились в излюбленное место туристами. Но за ночь на берег набросало так много водорослей, специальная служба убирала их и приводила все в порядок. Поэтому нам пришлось снова уйти и вернуться позже. Американский завтрак. Morning. Сегодня утром, рано утром, мы решили прийти на точку, которая считается самой южной, здесь на Кью-Вест. И получается, утром, когда мы пришли, здесь убирались, потому что за ночь, видимо, были большие волны, и очень много водорослей было вокруг этой точки. И мы решили уйти и прийти еще раз. И вот сейчас пришли, уже народ здесь собрался, но уже тоже подождем свою очередь, чтобы сфоткаться на память. За ночь вода, видимо, отсюда поднялась до сюда, и все это место было в водорослях. Удалось нам там сфоткаться, запечатлеть все, и можно спокойно уезжать из Кью-Веста. Вот такое вот прекрасное у нас было утро.
Наша поездка в Киевест окончена. Мы уже вернулись, находимся в нашем городе. Благодарю вас за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока! Лимончик! Соскучились? Соскучились, лимончик! Соскучился? На волю не выходил лимончик, долго-долго не выходил. Фиста, Щулька, фиста. Фисточка не идет. Фисточка не идет, отдыхает пока. О, лимончик.